приехали в супермаркет Лондон. Сейчас я покажу, что тут имеется. В принципе, как мы видим, есть все. Водка Немиров стоит 426 рупий. Это примерно на 1,7, если умножите, вот поймете, сколько здесь стоит алкоголь. Кока-кола. Кока-кола 36 рупий. Это так же, как в России. А где порошок здесь? А, вон, с той стороны. В принципе, магазин напоминает метро. Но только в розницу. И тут дешевые где-то я видел, что нет. Пятнашка. 15 рупий. Протеин. Берем. Какие-то такие вот бутылочки Шанель. Так, из дешевого рома. ₹169 Джокер стоит. Ну, можно купить. Дешевле я не видел. Лимонный ром. Покупаем. Спагетти, макарошки, Так, свежая курица. Надо, курица нет, стоит 35 рупий за килограмм. Майонез. Это не майонез, наверное. Йогурт питьевой.
И креветочки. Томаты. Кетчуп. У меня вроде есть. Яблоки примерно как у нас, может быть, как импортные. Пойду еще возьму консервных рыбных. Где водички здесь? 5-литровые. Это вот томат Андора. Да? Да-да. Сейчас 2 минуты тоже буду. Не знаю, что такое. Попробую томат какой-то. Стоит фигня. Женщина только что взяла вот таких вот 2 банки. Тем более со скидкой. Чё бы не взять. Я люблю томат. Я сюда пришел за этими. За вот этими. Опа. Ем я их хорошо. На закусочку. Берем все, что меньше 20 рупий. Еще спагетти.